Здравствуйте! Представляю две аккумуляторные дрели шуруповерта от компании DeWalt – DC740K и DV907K2A. Подойдут как для профессионалов, так и для любителей. Помимо работы с крепежом, обе модели способны сверлить материалы различной плотности. Первая скорость – до 350 оборотов в минуту. Обороты на второй скорости у дрели немного различаются – 1200 оборотов у модели 740 и 1350 у модели 907. Контролировать обороты можно простым нажатием на курок. Для аккуратной работы с крепежом предусмотрена регулировка крутящего момента. Можно выбрать одно из 14 положений. Максимальный крутящий момент у моделей также различается. 26 ньютон-метр у модели DC740, у другой модели 20 ньютон-метр. Еще один плюс – электронный тормоз двигателя для быстрой остановки сверла. Работают обе дрели от никель-кадмиевых аккумуляторов на 12 вольт. Заряжаются они за 1 час. Патрон быстрозажимной, это упрощает замену оснастки. Кстати, на корпусе есть держатель для сменных бит. Каждая дрель снабжена двумя аккумуляторами, зарядным устройством и кейсом для хранения. Кроме того, одна укомплектована фонарем, а другая – рулеткой. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.